Добрый день. Очень рад видеть многих знакомых и тех, кто присоединился. Я, с своей стороны, постараюсь сделать как можно интересней. Тема у нас очень трудная – Израиль и человечество. Казалось бы, что мы много об этом разговаривали, но я бы хотел вернуться к той же самой теме на некотором новом витке, в некотором другом ракурсе. И здесь бы мне хотелось сказать таким образом. Многие ищут свою связь с духовностью, многие понимают, что духовность, она так или иначе проходит через Тору и никаким другим путем. И в результате начинают искать источники, связь свою с еврейским народом, и это прекрасно. Я должен вам сказать, что я прошел такой же путь, может быть, похожий, может быть, в чем-то отличающийся от вашего пути. Я также искал выход на духовность в условиях советской власти 60-х, 70-х, 80-х годов и постепенно пришел к тому, что все духовные процессы, они так или иначе связанные с Торой или с протестом против Торы. Вывод был довольно однозначный. Не знаю, все ли приходят к такой ситуации, к такому выводу. Вывод для меня был такой, что нужно соблюдать ее закон и нужно двигаться в сторону земли Израиля. И вот о последнем моменте я как раз с вами хотел поговорить. Мы живем в такой ситуации, когда, на мой взгляд, многие аспекты Торы, они подаются не совсем в верном свете, не совсем в правильном свете, и причина это Израиль. Так же, как невозможно найти духовность без Торы, так же Тора, она не наполняется смыслом и содержанием в отрыве от Израиля, и как идеи, и как конкретной земли. В общем смысле, на мой взгляд, это понятно. Израиль, народ Израиля, и только на земле Израиля, где есть пророчество, где есть особая духовность, о которой мы с вами можем дальше говорить. Только это источник раскрытия настоящей духовности. Мы можем говорить и о следующем этапе, о храме, через который раскрывается пророчество, через храме, который построен, должен быть построен в центральной точке мира, которая влияет на весь мир и которая как бы соединяет небо и землю, и тем самым распространяет ощущение божественного присутствия во всем мире и, естественно, распространяет благословение на весь мир. Людям очень трудно признать этот момент, потому что на самом деле где-то в подсознании у нас лежит такой момент, что нам не очень-то просто с духовностью, нам не очень-то просто со Всевышним, у которого высокие требования, с которым нужно вести искренний диалог и быть предельно искренним. Поэтому каждый из нас как-то где-то в своей глубине души несколько убегает от самого важного, от центральной точки всего, центральной точки духовности, центральной точки соединения со Всевышним в том плане, что не только на уровне разума, но на уровне ощущения, пророчества, принципиально то, что называется божественного присутствия, принципиальных изменений, которые происходят в мире по воле Всевышнего, мы несколько от этого прячемся. Я бы хотел привести несколько цитат, примеров и оттолкнуться от них. То, что я хотел бы сказать, да, что вообще связь с Израилем
это критерий истинности, критерий истинности Торы, насколько человек связан с Израилем, настолько его учение искренне, настолько его учение правильно. Да? Это, грубо говоря, может быть, есть и другие критерии, но в любом случае Рав Кук, которого, к сожалению, не очень-то принято учить, и которого, так сказать, откладывают в долгий ящик, многие круги вообще просто запрещают его изучение, насколько он остается в стороне, можно судить, потому что система, поисковая система по святым книгам, разработанная в университете Бар-Илана, она не включает Рав Кука до сих пор, потому что в противном случае этот диск не будут покупать. Так вот, Рав Кук в третьем отрывке, в третьей главе, можно сказать, своей книги «Урод», он говорит о том, что человек, находящийся, еврей, находящийся за пределами земли Израиля, он не может быть настолько искренним в своем учении, в своем поведении, в жизни, насколько искренним или насколько может быть искренним еврей в земле Израиля. И в самом деле, если мы задумаемся на секунду, то мы представляем себе с вами, что, безусловно, да, и закон, и сердце человека, и, в общем-то, физически человек должен быть в земле Израиля, еврей должен быть в земле Израиля. Да. Закон, вне всякого сомнения, во все времена, несмотря на то, что все говорится и распространяются разные посылки про что до прихода Машиаха нельзя жить в Израиле, или не следует жить в Израиле, не обязательно жить в Израиле. Есть галаха, есть закон, и с ним спорить невозможно. И некоторые даже не знают, что в Шулхан Арухе есть в законах о субботе, есть прямое заявление о том, что обязанность человека, великая заповедь, жить в земле Израиля во все времена. И понятно, что если человек уходит от основного закона, если он уходит от возможности обрести духовность, соприкоснуться с землей, на которой было и есть, так можно сказать, в каком-то смысле, есть остаток пророчества. Раби Зейра говорил о том, что воздух земли Израиля умудряет, что когда ты здесь дышишь, ты дышишь по-другому, в духовном плане ты дышишь по-другому, ты впускаешь как бы в себя духовность, и она тебя возвышает и умудряет. Если еврей уходит от этого добровольно, без всяких причин, или по причине того, что он не хочет потерять в чем-то материальном, то понятно, что он не может быть искренним в своем учении. Да? И проблема людей, которые ищут духовность, как я вам сказал, не соприкасаясь с Торой, она заключается в том, что за пределами земли Израиля часто сталкиваются с людьми, которые отсекли от себя тему Израиля, по крайней мере, на сегодняшний день. У них нет связи с Израилем, психологической связи с Израилем, у них нет желания поддерживать Израиль, тот самый Израиль, о котором мы можем сказать, что он является проектом Бога. И тем самым учение их, то, что исходит от них, не может быть искренним. А если нет искренности, то о чем тогда говорить? Да? Как говорит Рав в трактате Сангедрин, «Рахмана либо бае». Всевышний требует сердца, то есть он требует от нас искренности. Так что я предлагаю сразу поставить как бы Израиль, центральную точку мира, можно сказать, храм, можно сказать, да, место, откуда начинается творение мира, как бы
можно образно представить, как большой взрыв происходит именно здесь, и эта первая точка, она есть, и она продолжает оставаться, быть связанным со всем миром. И я предлагаю поставить это на центральное место и исходить из этого всем, и евреям, и неевреям, понимая, что если мы ищем духовность, то большой, великой, чистой искренности не может быть, если мы отрицаем Израиль как источник божественного, как народ Израиля, пребывающий в земле Израиля, как источник божественного благословения и источник раскрытия божественного присутствия в мире. Я сейчас попробую поднять для вас несколько текстов, которые, может быть, будут служить для нас иллюстрацией того, что я говорю. Да? Скажем, может быть, предварительно, да, предварительно. Не всегда та информация, которая подается за пределами земли Израиля, именно потому что, скажем, мы людьми, которые не связаны с землей Израиля, не всегда, наверное, отражает и то учение, на которое они опираются. Великий мудрец Раби Тайхтель, который написал книгу «Эма Баним Смеха», «Радостная мать сыновей», «Радостная мать Эма Баним Смеха», «Мать сыновей радостна», да, это цитаты из Тегилим, он закончил свою жизнь, к сожалению, вместе с венгерским еврейством. Он написал в 1943 году, еще в Будапеште, он написал книгу, которая анализирует причины всех бедствий, которые на нас обрушились. И он говорит, что причина всех бедствий – это отсутствие нашей связи с землей Израиля в достаточной степени, по крайней мере, у всего народа. Вот. Там он приводит в одной из начальных своих глав, он приводит письмо Бааля Танья, да, как мы представляем, можно сказать, родоначальника Хабада, который пишет в день своего освобождения из Петропавловской крепости. Он пишет о том, что я освободился только в заслугу земли Израиля, что только связь моя с землей Израиля, она спасла меня, и через меня было человека малого, незначительного, говорит он сам о себе, было сделано это великое чудо. Да. В чем же заслуга Бааля Тани, который говорит о том, что только заслуга земли Израиля спасла его. Только в заслугу земли Израиля он был спасен из безвыходной ситуации, когда его должны были приговорить к смертной казни. Он, в чем его заслуга? Исторически мы знаем, что он всю свою жизнь он поддерживал материально и писал письма Раби из Витебска, который переехал в землю Израиля. Один из величайших хасидских авторитетов, который решил, что он вместе со своей общиной он переедет в землю Израиля. И вот Бааля Таня поддерживал его всю жизнь и считал, что только заслуги земли Израиля они спасли его. Да. Вот. Теперь давайте все-таки мы возьмем несколько текстов, да, и попытаемся с ними соотнестись. Да. Вот я сейчас попробую. Так, мы видим текст с вами. Да. Да, замечательно. Да? Вот, ты можешь увеличить шрифт, разве? Обязательно увеличим шрифт сейчас. Да.
Вообще, теоретически, да. Каждый может это сделать у себя наверху. Посмотрите, у вас есть это по-английски, написано View Options. Вы можете сделать, как вам удобно. Вот. И одной из проблем, с которой мы сталкиваемся, также в силу того, что связь земли Израиля, тема земли Израиля, она отодвигается несколько на задний план, это проблема не совсем верного отношения к источникам, не совсем верного комментирования источников. Да? Возьмем с вами из Ихараба, да? Это комментарий, классический комментарий, который написан примерно 2000 лет назад, к Иха, книге, которую читают 9 Аба, тексту Иеремияу, который оплакивает трагедию разрушения первого храма. И вот в тексте так говорится, да, в самой Иха, в тексте Иеремияу говорится, царь его, Иерушалаима, скажем, да, и советники среди народов, они угнаны в плен, нет Торы. Да. Заключение Иеремияу, что в плену, в изгнании нету Торы. Да? Ну, вы скажете, как нету Торы, когда мы видим, что она есть. Да? Есть степени, есть градации. Да? Да? Это Тора, да? У которой отсутствует целый ряд, скажем, частей, отсутствует определенный уровень глубины, ее не может быть, Тора не может быть в изгнании. Да? То есть полной, великой, великолепной Торы, пронизанной светом пророчества, светом пророков, ее не может быть в изгнании. Да? Теперь мы посмотрим и Хараба. Да? Если скажут тебе, есть мудрость в народах мира, верь. Ведь сказано, изведу мудрецов из Эдома, собирательный образ народов. И понимание с горы Исава, да, это говорится в Иваде. Если Всевышний обещает, что он когда-нибудь или в какие-то периоды времени он изведет мудрецов из народов, значит, там есть мудрость, по всей видимости. Да? Значит, если тебе скажут, что есть мудрость в народах, ты верь. Да? А если тебе скажут, если скажут, есть Тора среди народов, есть Тора с народов мира, не верь. Да? Как сказано, царь его и советники среди народов угнаны в плен. Нет Торы. Да? И обычно это здесь делается такой вывод, что мудрость у народов Торы может, мудрость у народов мира может быть, а Торы у них не может быть. Знакомство с Торой – это другое дело, но самой Торы, истинной Торы у них не может быть. Но это неверное прочтение, потому что это уход от цитаты, прямой цитаты Иеремияу. Да? Торы у народов мира, как мы понимаем, быть не может. Она им не дарована. Да? Она им не дарована. И об этом не нужно говорить. Речь идет о том, что среди евреев, которые живут среди народов мира, там не может быть Торы. И бесполезно народам мира искать у них Тору, великую Тору, потому что царь и советники среди народов, да, и подчеркивается, что царь и советники, то есть нет страны, нет государства, нету общности евреев на земле Израиля, нет Торы, все, точка. Да? Нету Торы, бесполезно ее искать в изгнании, бесполезно ее искать у людей, которые находятся в изгнании физически или психологически, то есть да, продолжают находиться в изгнании, да, о таких людях мы еще с вами поговорим, да, бесполезно искать там Тору. Да. Вот. Здесь
Да. Вот теперь, да, можем то, что я хотел сказать вам, да, по поводу не только физического, но и психологического нахождения в изгнании, да, там тоже нету Торы. Она запутывается. Да. Я помню, просто приведу пример из своей личной жизни. Как-то у нас в синагогу какое-то время назад пригласили, согласились с тем, чтобы хаббатский авторитет, известный рав, дал драшу. Обычно у нас это не делают, потому что синагога все-таки, как бы, ну, мягко говоря, сионистская, то есть, скажем, обычно хаббат, естественно, получает слово, но вот так, чтобы приглашать кого-то со стороны великого Машпия, да. И вот я сел в первом ряду для того, чтобы послушать как следует, вслушаться. И рав на протяжении всего урока, не буду называть его имя, я очень хорошо это помню его, вот, рав на протяжении всего урока объяснял, да, и это очень распространенная теория в Хабаде, да, на протяжении всего урока объяснял, что галут, изгнание, в каком-то смысле выше геулы. Вот. Подходил он с разных сторон, и один из моментов, скажем, наиболее яркий, который мне запомнился, это что есть речь и есть молчание. И в молчании иногда можно передать гораздо больше, чем в речи. Да? Такая пауза и вообще, да, молчание, в нем есть столько. Словом можно сказать, ограниченную информацию передать, а молчание можно передать столько. Да. Ну, действительно, это идея Торы. Есть речь, есть молчание. Если мы помним, да, есть в 19 главе Малахим Алиф, книги Малахим, книги Царства Первой, там есть такая посылка, что после того, как перед пророком проходят все силы материального мира, да, и сила огня, и сила воды, и гром, и грохот, да, Всевышний подводит его коль мамадака. Он подводит его к состоянию, когда, если не вдаваясь в подробности, да, слышен голос тишины. Вот. И было сказано, что ни в грохоте, ни в огне, нету Всевышнего. Ну, а поскольку так сказано, и от противного вроде бы в тишине есть Всевышний. Действительно, тишина – это пауза, да, такое общение, скажем, без слова. Да, оно действительно очень высокое с точки зрения каббалы. И мы можем себе представить из общечеловеческих соображений тоже, да, вот, что пауза имеет большое значение. Вот рав говорил, что галут похож на молчание, да, вот, а геула на речь, да, на речи. Вот в речи мой, она, конечно, речь высокая, это может быть и песня, и все, но молчание, оно и выше. Я сидел, не выдержал и спросил: рав, скажите, пожалуйста, куда должно быть направлено мое желание? Да? В Иерушалаим или в Аушвиц? Да. На этом лекция закончилась. Продолжение не последовало. Ответа не было. Ну и продолжение уже не последовало, потому что мысль уже больше эту развивать невозможно было. Да? То есть существует столько запутанности, столько переплетений и вроде бы правильных моментов, и которые выходят из Торы, когда галут, изгнание, ставится на первое место перед идеей возвращения, перед возвращением Израиля, жизни в Израиле, да, вот галут поднимается выше. Это можно встретить во многих местах. Это не единичная идея, которую рассказывает, да, и все очень умно, все очень хорошо, и все замечательно. Но это не Тора. Ну, извините меня, это не Тора. У этого нету источника в Торе, чтобы она нас призывала
оставаться в Галуте хотя бы одну секунду специально ради чего-то, во имя чего-то, нету. Нету этого. И я не знаю, я всегда жил с этим ощущением совершенно естественным. Да? Совершенно естественным ощущением. 10 лет был в отказе, не мог приехать в землю Израиля. Получил разрешение. Мы собрали за неделю. Если бы не Песах в середине, уехали за 2 недели. Да? Мы бы уехали за неделю, если бы не Песах. Ничего не нужно было собирать, ничего не нужно было. Все, что нельзя, все, что не успеваем, все оставить, потому что было четкое ощущение и даже знание из того, что я учил, что ни одной лишней секунды не надо оставаться в Галуте ни ради чего. Потому что это неправильно. Да? Потому что это неправильно, потому что есть земля великая. Каждый вздох на ней – это и соприкосновение с деревом жизни, и соприкосновение если так можно сказать, с остатками пророчества. Да? И самое главное – устранение осквернения имени Всевышнего. Если мы заглянем во вторую главу Иезекииля, то пророка Иезекииля, то он называет пребывание в земле за пределами земли Израиля осквернением имени Всевышнего, да, потому что народы мира говорят, это народ Бога, и из земли своей ушли. Мы понимаем, что осквернение имени Всевышнего, когда плохо, упаси Бог, говорят о Всевышнем. Или когда говорят, что вот человек Торы, а он ведет себя таким образом. Неважно даже, кто говорит. Это осквернение имени Всевышнего. И когда человек вызывает это, а Иезекииль утверждает, что весь народ вызывает такую реакцию, когда он находится за пределами земли Израиля, осквернение имени Всевышнего, да, то понятно, ни одной лишней секунды не надо оставаться в изгнании. Да. Возьмем еще несколько текстов. Это просто анализ, да, анализ наших источников, а мы возьмем несколько текстов и Рави Тайхтеля, и, может быть, Рав Куха. Да. Вот. Сейчас я посмотрю секунду, стоит ли нам, успеем ли мы все. Да. Вот это введение книги Рави Тайхтеля. Да? Вот мы возьмем все-таки, наверное, его текст. Да? Отрывок из книги «Мать сыновей радостна». Пишет Рави Тайхтель. Да? «Я скажу о причине тех бедствий, которые обрушились на нас до прихода Машиаха. Известно, что это последнее освобождение будет вечным, и после него не будет больше изгнания и порабощения». Представьте себе, что он пишет это в Венгрии в 43-м году. Где-то в 43-м году он там издал книжку. Мы понимаем, что венгерское еврейство было истреблено, к великому нашему сожалению, светлой памяти всех праведников, был истреблено уже в конце войны. В 43-м году он мог еще писать книгу, хотя у него не было библиотеки с собой, он пишет все по памяти. Вот, но в 43-м году в Будапеште он еще может писать книгу и может издать ее. Да? И вот он анализирует причины бедствий, те причины бедствий, о которых мы боимся говорить, чтобы даже после того, как прошло уже 75 лет после катастрофы этого страшного явления, мы боимся говорить, и в том же самом Хабаде и в других течениях принято говорить, что мы не понимаем катастрофу, мы не знаем, что такое катастрофа, мы этого не трогаем, мы этого не касаемся. Может быть, правильно, не знаю, по крайней мере, какой-то правильный момент в этом есть. Но, тем не менее, Рав Тайхтель, он не боится, и он говорит.
известно, что это последнее освобождение будет вечным, и после него не будет больше изгнания и порабощения. И Всевышний хочет, чтобы ни одна из душ Израиля не пропала среди народов мира, как сказано, чтобы не был оттолкнут от него ни один из оттолкнутых. Это в второй книге Шмуэля, которую мы изучаем на занятиях и пророках. И теперь, если бы спасение пришло во время блага и спокойствия, и тишины среди народов, то нашлось бы очень много среди наших братьев, сыновей Израиля, которые не захотели бы совершить исход. Ибо чего им не хватает здесь, в Галуте? Вот они богаты, и с ними считаются, и они занимают должности министров в странах, где проживают. Пример можно привести семейство Ротшильдов, не того барона Ротшильда, единственного, который помогал. Он это уже в земле Израиля, это уже гораздо более поздний период, как мы с вами понимаем. И тех, кто удостоился баронского титула, Барух Гиш, Барух Гинзбург, они достигли величия и уважения и были назначены на должности министров и управителей стран, что у них общего с Машиахом и землей Израиля. Есть у них здесь и Машиах, и Иерушалаим, и не нужно им лучшего Машиаха, чем есть у них здесь. И также поступали бы богачи из числа сыновей Израиля, которые проживали в Бавеле. Также поступали те богачи из числа сыновей Израиля, которые проживали в Бавеле. Бавеле в дни Эзры, как написал Раши в своем комментарии к трактату Кидушин. Что даже люди праведные, которые проживали в покое и в достатке в странах изгнания, не поднялись вместе с ними, с теми, кто поднялся в Иерушалаим в тот период. Только совсем неимущие бедняки пошли с ними, с ним, с Эзрой. Да? И также написано и в Седер Дорот. Да? Это короткое замечание, оно, по-моему, очень яркое, конечно, очень смелое. Честно говоря, я читаю, мне страшно читать, но человек прямым текстом, великий мудрец Торы, да, который цитирует многие источники по памяти. Большинство помнит точно, когда не точно, он пишет, что у меня нету с собой, нету при мне книг, я не могу процитировать точно, цитирует примерно очень близко к тексту. Да. То есть человек прямым текстом говорит, да, что катастрофа, скажем, словами Рав Иуда Цви Кука, да, по-моему, он нашел правильные слова, он говорит, она закончила Галут, она уничтожила Галут. После катастрофы не может быть Галута, не может быть изгнания, и психологически не может быть изгнания, да, потому что это... потому что это просто все неправильно. Да? И мало того, что люди остаются в изгнании, они еще подводят под эту теоретическую базу, и в этом не может быть ничего правильного, и поэтому в этом не может быть искренней Торы, как тоже Рав Кук мягко очень намекает, что человек, который остается за пределами земли Израиля, ну, какая уже у него искренность? Ну, есть, конечно, где-то, в чем-то, да, вот. Но по большому счету он не может быть искренним до конца, вот. А искренность – это великое дело, и как нам сказал Рав, Всевышний Рахман Алибабай, Всевышний требует сердца, то есть искренности от человека, да, то есть прямым текстом, да, что если бы не почти прямым, что если бы не катастрофа, то так бы оставались в Галуте. Потому что в Галуте есть и Машиах, и земля Израиля там есть. Все там есть. Да? Вот. Нужно сказать, что книжка Эмма Баним Смиха «Радостно мать сыновей», да, она была, естественно, сохранена в записях, в рукописи, подготовленное издание. Первое ее издание было скуплено все сатмарскими хасидами, не для того, чтобы читать, а для того, чтобы его не было на полках магазинов.
следующее издание, честно говоря, не помню, какой год, но какое-то время уже, там, скажем, соотносимое с нашим временем, оно было сделано с разрешения семьи и родственников, которые очень не хотели тоже печатать эту книгу. Они поставили условие, что должны быть приведены все сноски, как бы все то, что он упоминает, источники, все должны быть приведены, все сноски. Вот, наверное, расчет был сделан на то, что это невозможно будет осуществить, но нашелся человек, да, который положил на это приличное время. Это рав Зеев Султанович, благодаря которому было осуществлено второе издание книги Эмма Баним Смиха с указанием всех источников, которые он упоминает. Да? Вот, посмотрим дальше. Да. Посмотрим дальше тоже несколько отрывков Эмма Баним Смиха. Нужно сказать, что это не единственный источник, и который так говорит о проблемах нашего времени и о причинах катастрофы. Можно сделать специальную подборку. Есть целый ряд авторитетов, которые говорят о пренебрежении землей Израиля как результат всех наших бед и бедствий. То есть, что мы с вами представляем? Да? Что на протяжении многих веков поселиться в земле Израиля, поднять здесь общины и тем более создать государство было весьма и весьма проблематично. Но когда Всевышний дал свободу евреям, сыновьям Израиля, когда, может быть, начиная с Наполеона, это заняло длительный процесс, но начиная с Наполеона начали рушиться стены гетто, начало изменяться несколько отношений к евреям, хотя, как мы помним, французская революция не наделила евреев равными правами. И тем не менее, свобода передвижения, свобода заниматься теми или иными видами деятельности, она привела к всплеску, да, всплеску к, и, надо сказать, что и увеличение численности сыновей Израиля в конце 19 века, 20 века, с 2 миллионов, которые мы всегда представляли в мире, численность подскочила до 18 миллионов. Да? Вот, и возможность заниматься и науками, и искусством, и так далее. Да? В общем-то, свобода большая. Да. Зачем она была дана? Понятное дело, чтобы мы устремились в землю Израиля. А мы ее использовали наоборот. Мы ее использовали наоборот для того, чтобы остаться и укорениться, да, и укорениться в изгнании. Мы понимаем, что любой дар Всевышнего, да, он, это большая ответственность, кроме великой радости, это большая ответственность, любой дар Всевышнего. И мы его, и любой потенциал, у него есть две стороны, и этот потенциал мы использовали, честно говоря, с вами не туда, не в ту сторону, в противоположном, как бы, направлении. И отсюда проблемы, на которые указывает Рав Тайхтель, да, что земля Израиля была забыта, а вместо этого Машиах, освобождение, свобода, земля Израиля, благополучие, оно... это понятие перенеслось в страны изгнания. Да? Рав Тайхтель пишет, пусть защитит нас заслуга земли Израиля,
как защитила она праотцов нашего Якова, а я исполню свое обещание в полной мере написать книгу. То есть в 43-м году он ищет спасения для себя, для своей семьи. Он не может искать спасения для всего народа в Будапеште. У него на это нет ни средств, ни сил, ни усилий. Нужно сказать, что Рав Тайхтель был совершенно традиционным раввином. Никаких особых знаний о земле Израиля и развития темы земли Израиля даже в галахическом плане, в таком направлении у него не было до начала бедствий европейского еврейства. Здесь у него изменилось сознание. Да? Некоторые говорят, сошел с ума, но верное определение – хазар бетшува. Да? Осознал, понял проблемы и ошибки и стал рупором и своего поколения, и многих поколений. Да? Еще раз повторяю, не он один, просто он наиболее яркий, он написал книгу. О подобных примерах можно говорить много и немного. Да? И вот мы видим, человек, как он начал свою книгу с упоминания письма Бааля Таня, что тот вышел из крепости, был освобожден благодаря земле Израиля, так он продолжает, да, это слова Бааля Тани, да, так он продолжает и пишет. Пусть защитит нас заслуга земли Израиля, связи с ней, как защитила она праотца нашего Якова. Да, он вспоминает, как Яков уходит в изгнание, да, и просит у Всевышнего, чтобы он вернул его на это место. Он просит, чтобы он защитил его в изгнании, чтобы он его одел, чтобы он его накормил, да, дал ему одежду и пищу и вернул на это место. И он в этом... И мы понимаем, что Тору можно читать по-разному, и есть миллион примеров, которые я могу привести, что можно акцентировать. Да. Он в отличие от многих мидрашим, которые акцентируют другие моменты, он говорит, что Яаков просил, чтобы Всевышний вернул его на это место, и это было залогом его спасения. И по примеру отца Яакова он просит, да, сидя в Будапеште, чтобы он сделал что-то во имя земли Израиля, чтобы Всевышний его спас. Да. И да подействует моя книга на сердце братьев наших, сыновей Израиля, которые находятся в изгнании, чтобы незамедлительно пробудилось у них отвращение к земле народов, чтобы возвратилось к ним ощущение того, что желанная земля, которая перешла к нам по наследству от отцов наших, действительно желанна, и в заслугу этого удостоимся мы спасения и полного избавления от бед. Написал я это видение в книге 6 Ава 5702 года, 42 год. В то время я и моя семья попали в крайне опасную ситуацию, и нам удалось спастись только чудом. И нет сомнения в сердце моем, что только заслуга земли Израиля, то есть обещание написать книгу о земле Израиля, помогла нам, так как я дал обещание Богу, что избавлюсь я от беды, то буду искать, что когда избавлюсь я от беды, если избавлюсь я от беды, то буду искать и исследовать источники с целью описать те заслуги, которые дает человеку земля Израиля. Я обет мой, как обет праотца нашего Якова, ибо велика заслуга земли Израиля, и всегда спасет она нас, и спасает она нас и избавляет от врагов. Да? И так далее, и так далее. Здесь тут есть сноска, каково было опасное положение Рав Тайхтеля, о котором он пишет. Раби Шломо Исахар Тайхтель, я не забыл сказать, может быть, в ППК в полное его имя. Да? Вот. И, скажем, да, мы видим отношение великого мудреца. Отношение, которое представляется правильным. Да? И то, что я хочу сказать, что еще раз, то, с чего я начал. Если мы ищем, да, как многие люди, да, очень многие люди ищут путь к духовности, да,
то этот путь не может пройти мимо земли Израиля, мимо храма, мимо еврейского народа, возвращающегося в землю Израиля. Можно говорить об особенности нашего времени, и нужно говорить об особенности нашего времени, когда изгнание, в общем-то, закончилось, и раскрываются многие-многие возможности. Для чего? Для духовного продвижения, для духовного совершенствования также. Да? Они развиваются не благодаря самокопанию, которые часто предлагают, да, давайте работать над нашими медот, над нашими качествами. Как вы будете работать над качествами? Да? И великий мудрец в книге Бейт-Леви, он говорит, что и в Гемаре есть такая идея, да, что не нужно бороться с дурным желанием напрямую, не нужно устранять дурные качества напрямую. Нужно наполнять себя хорошим. Это единственное, что может помочь человеку. Он это его комментарий на 10-ю заповедь Баль Тахмот. Не желай. Да? Не желай. Вот. Он говорит, как может заповедовать человеку не желать? А он желает. Он говорит, надо наполнять себя хорошими желаниями, потому что против плохих желаний нет другого оружия. Как наполнять себя высоким? Тогда низменное само собой отступит. Да? Вот. И поэтому многие вещи. Давайте совершенствовать себя. Давайте заниматься своим духовным миром. Да? Все это вещи, которые, по крайней мере, не одобряются Торой. Да? А положительный заряд, который следует искать во многих-многих местах, но где бы ты ни искал этот положительный заряд, он всегда будет связан с Израилем, с центральной точкой мира, из которой началось творение мира, с точкой, которая, как и большой взрыв, если кто-нибудь представляет себе немножко физику, он присутствует всегда и везде, большой взрыв. Вот также эта точка первая, она присутствует всегда и везде в нашей жизни, и ее невозможно обойти. Да? У меня приготовлено еще несколько текстов и из Рав Кука. Давайте, может быть, мы посмотрим, я не буду все, видите, у меня здесь текстов много, а мы возьмем еще кусок из Рав Кука и после этого можем перейти к дискуссиям. Не к дискуссиям, я бы все-таки сказал, а к выяснению, да, прояснению чего-то, потому что, на мой взгляд, дискутировать здесь особо-то нечего. Да. Это из первого куска книги «Урод Рава Кука», который пишет, да, нет никакого рационального зерна, достойного сохранения, теории, доказывающей, что земля Израиля является неким внешним аспектом, необходимым для объединения народа. Но я хотел не это, на самом деле, я хотел еще немножко ниже, хотя это тоже очень важный момент. Но то, что больше нам подходит для нашего разговора, давай вот этот момент, который здесь в конце, последний абзац. Настоящая адаптация еврейского мировоззрения, выработанного в странах рассеяния, произойдет только в том случае, если оно глубоко погрузится в землю Израиля. И благодаря надежде на землю Израиля, на возрождение, в ней обретет свои сущностные качества. Сущностные качества Тора может обрести та же самая Тора, которая есть в изгнании, она может обрести только в земле Израиля. Да? В скобках, скажем, это не так просто. Это не делается параллельным переносом. Да? Ожидание спасения – это сила, поддерживающая существование не только еврейского мировоззрения, но и самой жизни в изгнании. Еврейское мировоззрение и жизнь в земле Израиля – само спасение. Можно пояснить так, да, что я бы сказал, поясню бы здесь при помощи посылки Маарала, который говорит так, что предмет,
находится там, куда он движется, а человек находится там, где он хочет быть. Да? То есть, ну, как бы, да, то есть, если предмет движется, то ты можешь увидеть будущее, да, что вот он попадет туда-то, куда он движется. Да? То есть, в каком смысле он же там находится, если он там должен быть? Это посылка морала. Да? А у человека определяет сознание. Это, кстати, момент очень галахический. Место нахождения человека определяет его сознание там, где он хочет быть. И Рав Кук тоже опишет об этом, вводит специальное понятие. То есть есть разница между человеком, который всем сердцем привязан к земле Израиля и хочет быть в земле Израиля, но остается в Галуте по тем или иным причинам стоящего человека, который так, он не привязан к земле Израиля. Да? Так вот то, что он говорит, Рав Кук, да, что поддержание, что еврейское возрождение в жизни в земле Израиля – само спасение. И даже если спасение не наступило, здесь есть свет этого спасения, мы им живем. Это совершенно другая жизнь, да, свет будущего, свет исправленного мира, если хотите, настоящий свет Торы. Он здесь, в Израиле, в отличие от за пределами земли Израиля, где на это только есть надежда далекая, что, может быть, это будет, будет когда-то. Да? Вот, скажем, приведу пример, да, как мне представляется, что значит укоренить, вот, что значит раскрыть сущностную сторону Торы, да, в земле Израиля, взяв Тору, которая была в изгнании, ничего не отбрасывая, но раскрыть сущностную сторону, то есть привнести новый свет. Давайте с вами возьмем такую заповедь как обрезание, да? Существенная заповедь, говорящая о союзе со Всевышним. Да? Вот как нам объяснить эту заповедь? Да? И вот самые распространенные объяснения – это то, что устранение дурного желания, борьба с дурным желанием, да, вот, освящение, там, скажем, брака и так далее. Вот, ну, устранение дурного желания и много таких моментов, которые, скажем, на мой взгляд, не имеют четкого выражения. По поводу дурного желания, постоянного упоминания его, да, про это рассказывают про третьего Любавичского Рэбе, рассказывают, говорят, что он пришел в Хануку однажды в синагогу и увидел, как его ученики усиленно учат гемару. Он спросил их: Ханука все-таки, да? Они ему говорят: Рэбе, мы не можем оторваться от учения, потому что дурное желание гонится за нами. Да? На что он им сказал: да нет, это не дурное желание гонится за вами, это вы гоните за дурным желанием. Да? Оставьте вы его в покое. Да? Оставьте его в покое. Не теребите его, не трогайте. Занимайтесь позитивом, и не будет его. Как вы можете с ним бороться? Гемара призывает в трактате Суккот, да, не выходить на борьбу, напрямую борьбу с дурным желанием. А что делать? Молиться Всевышнему, чтобы он его забрал, да, и наполнять себя хорошим. Да. Это рекомендация, которая там очень красиво связана с заповедью Лулава, я уж не буду сейчас упоминать просто. Да. Вот. Теперь, значит, в связи с этим, да, давайте посмотрим, вернемся к тексту, мысленно обратимся к тексту и посмотрим, что такое обрезание. Обрезание – это знак союза. Знак. Знак союза, да, который указывает на что-то. И говорится, да, говорится в конце главы Лех-Леха, да, на что он указывает. Он указывает на то, что эта земля будет отдана твоему потомству. Это знак, который указывает, что земля будет отдана твоему потомству. Причем здесь обрезание и земля. Знак. Какой знак? Знак очень простой. Когда отрезают крайнюю плоть, ее положено закопать в землю. То, что ее закапывают
землю Бехуцларец за пределами земли Израиля, это очень хорошо, это просто память о том, что как это должна исполняться заповедь. Ее закапывают в землю Израиля. И это знак, который говорит о том, да, я здесь, мои дети родятся здесь, и я умру здесь, я никуда не денусь, и потомство мое будет здесь. Это знак обрезания. Потом можно говорить о дурном начале. Потом можно говорить, что на восьмой день входит душа, нишама в человека, и поэтому обрезание делают на восьмой день. Конечно, но пророк Ишаяу подчеркивает, что душа входит, нишама, высокая душа входит в землю Израиля. Она есть только в земле Израиля. Давайте говорить об этом. Да? Вот. Таким образом можно укоренить Тору, не отбрасывая ее. Ну, хотите дурное желание, пожалуйста, пусть будет борьба с дурным желанием. Я согласен. Но сущностную сторону можно раскрыть только через землю Израиля. Да? Резюме, вывод. Да? Невозможно духовное продвижение человека, да, в отрыве от идеи земли Израиля, от реалии, которые мы с вами переживаем сегодня, возвращение народа земли в землю Израиля. Да? Все, скажем, все поиски духовности, в том числе и через Тору, которые не связаны с землей Израиля, да? Народ Израиля, земля Израиля, Тора Израиля – это три неразрывные вещи. Об этом можно говорить бесконечно. Да? Так что мы можем четко сказать, Тора, которая оторвана от земли Израиля, хотя бы одну секунду, хотя бы в одной заповеди, хотя бы в одном слове оторвана от земли Израиля, в ней нету сущностного момента. А кому нужно ходить вокруг и не раскрыть центральную точку, сущностную? Да? Вот, все. На этом я останавливаюсь. Пожалуйста, есть вопросы. Сейчас я верну share. Стоп. То есть верну экран. Да, пожалуйста, я готов выслушать вас. Да. Рав Зеев, я хотел уточнить про историю с Бааля Тания, да? Если я правильно понял, ряд хасидов поднялись в его время в землю Израиля, и он организовал как бы передачу цдаки для их помощи, правильно? И вот это действие он считает тем, что его спасло из застенка. История, она такова. Известно, что хасидские авторитеты, среди них Бааля Тания и Менахем Мендель из Витебска, пытались переговорить с вильнюсским гаоном. Да? Вильнюсский гаон убежал от них, да? Причины не совсем понятны. Вот, я его несколько понимаю, да? Если так можно сказать, но причины не объясняются. Он вышел через черный ход или как-то скрылся от них. Да? После этого Менахем Мендель из Витебска, да, принял решение переехать в землю Израиля. Да. Переезд был очень непростым, он вывез всю общину, он на четырех кораблях, кто-то утонул, по-моему, какой-то из кораблей утонул. Да. Все это непросто, очень непросто. Приехали, поселились в Цфате. В Цфате была очень трудная жизнь, да, но Менахем Мендель из Витебска, он был как бы самым сильным хасидским авторитетом, да, вот, а Бааля Тания, который также присутствовал при этой попытке переговорить с вильнюсским гаоном, да, он всю жизнь поддерживал Менахема Менделя из Витебска, и можно было бы считать, что это дружба, это еврейская обязанность цдаки, это что угодно. Он говорит о том, что это основное, что он сделал в жизни. Да? Он говорит о том, что он стоит. Менахем Мендель из Витебска, он тоже не объяснил свое поведение, да? Но как можно представить его решение переехать в землю Израиля, оно было осознанным, причиной было невозможность поговорить с вильнюсским гаоном, да? Расхождение между вильнюсским гаоном
между Вильнюсским гаоном и хасидами, которые начали переезжать и селиться в земле Израиля за 30 лет до учеников Вильнюсского гаона, да, расхождение Вильнюсского гаона с хасидизмом было в том, что Вильнюсский гаон говорил, ехать надо сразу, мгновенно. Это единственное, что может нас спасти. Да? Вот. А хасидизм и предлагал переезжать постепенно. Да? Постепенно. Я не берусь никого осуждать и обсуждать. Да? Вот. Я только обязан смотреть на факты, делать какие-то выводы. Все люди, величайшие люди, да, величайшие. Есть тут уместно привести Жванецкого, там он говорил, что люди, которые не умеют думать, они судят. Да? То есть есть такая манера сейчас выяснять, кто прав, кто виноват, кто это, кто это. Мне это не важно. Я хочу понять суть вещей. Для меня все великие авторитеты, все самые мужественные люди, которые достигли таких знаний, уровня, пронесли еврейство, помогли пронести еврейство другим числам. Все великие люди. Но я должен понять, где я и где я должен быть. Да? Понимаете? Это мне необходимо. Это мне необходимо понять. Вот. Если вы спрашиваете, то мы видим с вами ситуацию. Да? Рави Нахим Мендель из Витебска решил уехать, хотя он должен был быть главой у хасида в Галуте. Да? Бааль ха-Таня остался. И считал своей самой величайшей заслугой то, что он помогает Менахему Менделю из Витебска. Я просто опять же ищу как бы свое место, да, как Бен Ноах, как не еврей. И таким образом, получается, мы можем брать пример с Бааль ха-Таня, да, вот помогать со своих мест, где мы находимся, в земле Израиля, какими-то практическими действиями и видеть в этом главное. Смотрите, это следующий разговор. Да? Это следующий разговор. Прежде всего, то, что я предполагал с вами, и учитывая, что у нас есть великолепные, достойнейшие люди, можно сказать, если так не оскорбительно будет, наши союзники, да, Бней Ноах присутствует на нашем занятии. Первое, что я хотел с вами понять, да, что нету Торы, ее пасуков, ее заповедей, духовного развития, нету вне земли Израиля. Что делать, мы можем с вами поговорить. Это следующий год. Не всегда, понимаете, не всегда, может быть, это должно выливаться в какое-то практическое действие. Да. Вот сейчас я буду жертвовать на землю Израиля. Может быть, хорошо, действительно. Да? Я не знаю. Об этом надо подумать. Но прежде всего нужно понять, да, что нету истины Торы. Мы все ищем духовного развития. Ибн Ноах тоже ищет духовного развития. И все мы понимаем, что путь идет через Тору. Путь идет через Тору. Мы все пришли к этому пониманию. Да? Дальше не надо. А Тора... Она, как мы с вами видели сегодня, можно еще миллионы раз показать, она связана с землей Израиля, да, по тем или иным причинам, можно потом говорить, по каким причинам, можно рассуждать, понимать свойства земли Израиля. Торы нету в отрыве земли Израиля. И поэтому, когда кто-то начинает превозносить Галут, в принципе, или даже на какое-то время, нету в этом истинного или сущностного нету, да? А хотелось бы сущности. Да? Это первое, что мне хотелось бы понять на этом занятии. Следующая тема, пожалуйста, мы можем говорить, что делать практически. Да? Вот. У меня есть предложение по этому поводу. Да? Вот. И я вам просто оставил это на следующие занятия. Да? Да, спасибо, было бы здорово поговорить об этом. Тов, Равзеев, вопрос, если можно. Кодом Коль, спасибо большое за лекцию, я очень рад вас слышать. Вы много цитируете Рава Кука.
Вот мы все уже сейчас в земле Израиля. Как с точки зрения Рава Кука должно происходить здесь дальнейшее развитие событий? Вы занимаетесь пророками, естественно. Вот все это вместе. Как вы это видите, дальнейшее развитие, которое будет с нашим народом здесь? Я вижу по-еврейски. Все будет хорошо. Честно говоря, да, честно, если говорить серьезно, да, и, во-первых, это полушутку и полусерьез, все будет хорошо, просто для этого хорошо нужно, нужно очень хорошо работать, для того, чтобы было хорошо, потому что ничего не дается даром, да, и Раби Шимон бар Йохай, он сказал, что земля Израиля приобретается страданиями, чтобы все были живы, здоровы, чтобы все было хорошо. И речь не идет о страданиях физических, речь идет о поиске, иногда о некотором отчаянии, которое у нас с вами бывает. Понимаете, земля Израиля приобретается непросто, я бы сказал, если говорить не стоит, то непросто. Честно говоря, есть несколько загадок. Да, есть несколько загадок, по идее, как казалось бы, да, само возвращение сыновей Израиля должно было бы раскрыть духовность, затронуть высокие стороны души, прежде всего сыновей Израиля самих, произвести влияние во всем мире. Мы видим, что если это происходит, то это происходит очень медленно, с большим трудом, с большими побочными, так сказать, продуктами, байпродукт, с большими выбросами. Да. Скажем, ничего утешительного я вам не могу сказать, кроме того, что есть вера, от которой ни в коем случае не отказываются. И, скажем, я думаю, полагаю, да, что все зависит от нас. Да. Что, скажем, да, Рав Ариэль Исраэль в своей книге об Эрец Исраэль, он объясняет, да, земля Израиль, у него есть галахический труд, очень интересный, об этом тоже можно говорить. Да. Он объясняет, почему Аврааму была обещана большая земля, а Моше в главе Моцаи была обещана меньшая земля, меньший кусок земли. Да. И он говорит, потому что Мидраш говорит, что 4/5 остались в Египте. 4/5, может, не меньше, да, но больше часть осталось в Египте, и некем было заселять землю. Если бы была дана та земля, которой было сказано, вот вам земля, заселите ее, это заповедь вам сейчас, то некем бы ее было заселять. Где с трудом и так заселили то, что было дано. Да, завоевать и заселить землю тем количеством народа, которое было невозможно. Мы знаем с вами, в скобках говоря, что заповедь завоевания земли и заселения земли – это одна и та же заповедь. Они не отделены друг от друга. Если ты просто завоевал и не утвердил свою власть, и не заселил ее, то ты ничего не сделал. Да? Поэтому Моше было дано меньше земля, чем та, которая была обещана в Раму, остались в Египте. То же самое произошло при возвращении из Бавеля. Да? Все зависит от нас. Как говорят мудрецы в трактате Йома, Раша подчеркивает на 9-м листе трактата Йома, что если вы поднялись все, произошли бы те чудеса, которые описаны в книге Хизкиэля, явно, да, вот, горы бы выровнялись, долины поднялись и так далее. Да. Реш Лакиш говорит, не подавал руки мудрецам, которые в Бавеле. Говорит, из-за того, что вы не поднялись стеной, из-за этого мы сегодня находимся в таком положении. Да. Вот. То же самое произошло в Бавеле. Не поднялись.
не пришли. Да. И все превратилось в очень долгую, трудную, трудную историю. То же самое произошло и в наше время. Но я вам говорю, что еще не поздно, еще не поздно, еще не поздно сегодня подняться и приехать всем, кто только есть. Хорошо, люди там религиозные, нерелигиозные, да, нужно приехать, нужно освоить эту землю, нужно, нужно заселить ее, да, и нужно, естественно, развивать и подниматься духовно, безусловно. И над этим тоже надо работать. Да? И я вам скажу, что, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, настоящая работа по, скажем, выявлению, написанию, созданию Торы земли Израиля, она еще не началась. Она еще не началась, мы еще не поняли. Наши тексты мы еще не поняли. Ни пророков, ни Талмуд. Мы еще не вскрыли с точки зрения сущностной. Так, я говорю грубо, это не значит, что все не так, и все плохо, и не на что опираться, и так далее. Да? Но есть этот момент. Есть, мы сущностную сторону ни Талмуда, ни наших текстов мы не раскрыли. Я думаю, что над этим нужно работать. Короче, я вам скажу так, да, что в Ленинграде был Авром Абу, который известный такой мудрец Торы, в общем-то, да, который пронес Тору через всю жизнь, не оставлял ее ни во время войны, ни в сталинские времена. Он приехал в Израиль где-то в 90 лет. Да. Он поднялся на крышу в Иерусалиме, по-моему, на Шуву Боне, да, посмотрел вокруг и сказал, здесь еще очень много работы. Так что я вам хочу сказать, да, человеку было 90 лет, он понимал, что здесь еще много работы. Да. Мы с вами тем более должны понимать, что здесь много работы. Да. Не хочу говорить, что все как написано, все должно быть и так далее. Я скажу только одно. Очень многое зависит от нас. Очень многое зависит от нас и сегодня. И завтра, и то, что есть, и то, что будет, очень много зависит от нас. И очень много зависит от вскрытия настоящей Торы, которая не может быть скрыта без искренности. Без искренности. А искренность не приходит без привязанности к земле Израиля. Или она замутняется и затуманивается, если нет привязанности к земле Израиля. Это то, что я представляю. Да. Вот. А дальше можно поговорить о том, что можно делать, хотя тут я гораздо меньший специалист. Да. Могу поделиться чем-то. Вот, Рабзеев, а как насчет войны Гога и Магога? Это ультимативная вещь или нет? Вы наступаете на мозоль, сыпете соль на рану, сами того не понимая. Я 8 лет уже работаю над книгой Иезекииля. Первые 24 главы изданы. Вторая часть никак. Ну, дай Бог, просто справлюсь с ней. Она уже в самом конце главы. И 38-я, там важнейшие главы. 36-я глава – это цветение земли Израиля перед возвращением сыновей Израиля. 37 глава – это восстановление народа как воскрешение из мертвых. Все это вещи интереснейшие, которые не вскрываются сразу на первый взгляд. 38-39 глава – это Гог и Магог. Да? Гог из страны Магога. Да? Я уж у меня тоже привык это говорить. Гог, Мерец, Магог. Да? Вот, Гог из страны Магог. Да, скажу вам коротко. Да, хотя эти главы у меня уже готовы, скажу вам и с историческим примером, скажу вам коротко. Да. Пророки устроены так. Если не получается, да, или я, да, давайте короче, чтобы не запутать вас. Да. Пророки часто описывают
описывая какие-то события, они на самом деле описывают не события, а тенденции. И есть книга Рав Кашер, да, Куфа Агдула называется, «Великий период», в котором он, вот скажем, я на нем основывался и думаю, что он абсолютно прав, он говорит так, что да, не только он, кстати, и можно основываться и на Гемаре, и на Мальбиме. Да, вот, то есть, как бы долгий разговор. Да, но суть заключается в том, что Гог из страны Магога, да, это не событие, это тенденция. Какая тенденция? Да? Мы понимаем с вами, что Амалек – это не личность, это, в общем-то, процессы, которые происходят на протяжении нашей истории. Это ненависть к евреям, точно так же Гог из страны Магог – это также не личность, и мы это видим из Гемары, и Мальбим об этом пишет, да, почти напрямую. Это не личность, это тенденция. Какая тенденция? Если Амалек – это тенденция истребления сыновей Израиля, как таковых, ненависть к еврею как таковому, то Гог из страны Магог – это неготовность принять возрождение народа на своей земле. И это находит выражение в каждую эпоху. В каждую эпоху. Да? Возьмите просто хотя бы последнее время. Естественно, что эти моменты, Амалек, он всегда не дремлет. Гог из страны Магог, он проявляется тогда, когда начинается возвращение сыновей Израиля в землю Израиля. Тут начинается противодействие, которое объединяет весь мир. Вместо того, чтобы объединить весь мир вокруг идеи храма, вокруг центральной точки, вокруг земли Израиля, вокруг ожидания пророчества, весь мир обвиняется на борьбу с возвращением сыновей Израиля в землю Израиля. Да? И возьмите и катастрофу, и Британскую империю, то, что они с нами здесь вытворяли, да, и проделали, и все остальное. Да, и ООН, который просто по воле Всевышнего на одну секунду дал, так сказать, дал разрешение, а потом тут же на следующий день пожалели об этом. Да. Вот все эти тенденции, это и есть и Гог из страны Магог, который не прекращается и сегодня, который из, скажем, из попыток уничтожить Израиль физически перешел к попыткам политического уничтожения Израиля и снаружи, и изнутри. Это Гог из страны Магог. Я подробнейшим образом это написал, и не просто, я считаю, что в отрыве от псуким, в отрыве от текста почти бесполезно рассуждать, вот прямо по тексту, по комментаторам я бы не постарался это расписать и дать эту картину из текста, которая показывает, что это не следует ожидать какой-то войны катастрофической, халил, не дай бог, что там Иран захочет нас сбросить атомную бомбу и так далее. Не, речь не об этом. Да, и это не так важно. Да, понимаете, это тоже Тора земли Израиля, понимание сущностной стороны. Вот мы ожидаем бомбы и того, что вырастет стена Всевышнего и спасет нас от этой бомбы. Это бесполезное дело. Нужно понимать, гораздо полезнее понимать, да, что мир стоит против нас, да, потому что инстинктивно боится раскрытия божественного присутствия через народ Израиля, возвращающийся в землю Израиля. Разеев, насколько актуален и вопрос о воссоздании Сангедрина именно, так сказать, что именно для позиции Торы, да. Воссоздание Сангедрина очень важно. Мы с вами говорили на наших занятиях о попытке, которая была сделана в наше время, да, воссоздать Сангедрин. Я думаю, что это отдельная тема. Сангедрин был, скажем, воссоздан в том или ином виде, по крайней мере,
было собрание, которое должно было привести к воссозданию Сангедрина. Его возглавлял рав Штайнзельц, было сделано по инициативе рав Ариэля Исраэля, возглавлял Сангедрин рав Штайнзельц. Да? Вот, в Сангедрин обращались народы мира для того, чтобы вынесли решение, как в международном суде. Вот, и это привело к международному скандалу, после чего Сангедрин прекратил свое существование, надеюсь, временно. Да. Рав Штайнзельц проявил величайший героизм, просто еврейский, общечеловеческий. Вот, но это отдельная история, это отдельный разговор. Хотел один небольшой вопрос, можно задать? Если я смогу ответить. Но беседа. И вопрос ты, так... И ты, Брут, сказал в таком... Да. Может быть, я подыгрываю, я не знаю. Вопрос такой, вот такая идея. Мы как бы... Я сейчас осторожно попытаюсь сформулировать. Мы привыкли, классифицировать, разделять, но как угодно, какие-то мягкие выражения, да? Людей, занимающихся Торой, на более сионистских, менее сионистских, или просто сионистских, не сионистских. Теперь дальше. По-видимому, вот эти определения все, они приобрели значение, ну, грубо говоря, с появлением как бы реального сионизма государства Израиля. Теперь в чем мой вопрос? Вопрос заключается вот в чем. А можно ли было бы сделать такую штуку? Пройтись по Хазаль, мудрецам, да? И как бы теоретически можно их разделить на эти были более сионистские, эти были менее сионистские. Вот в этом учении Торат, Эрец Исраэль вообще не упоминается. А здесь она центральная. Значит, я сам Катонте, да, например, Раши в первом стихе, да, в известном, то есть в первом стихе Брешит, он себя определил, что он сионист. Окей, псада, Раши сионист. Либо, ответ такой, нет. Все были за Эрец Исраэль, все были сионисты, надо только читать между строчек, даже если тема земли Израиля не упоминается. Все, конец вопроса. Это огромная тема. Это огромная тема. Я только могу сказать, что те авторитеты, на которых часто ссылаются и говорят, что они там говорили, что до Машиаха не следует ехать, и что они были антисионистами и так далее, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Да. В том числе Хатам Сойфер, который говорил, что соблюдение заповедей зависит от земли Израиля, вот, что земля Израиля видится так же, как и все остальные заповеди и так далее. Да. Я думаю, что здесь интересно было бы посмотреть не только высказывания, но и действие, результат учения. Да? Вот. Мне трудно ответить сходу. Я могу попытаться поработать над этим. Это темой. Тема, правильно? Это вообще тема. Да, это тема, да, тема. У меня есть целый ряд заготовок. Я могу пытаться поработать над ней. Я не выставляю себя человеком, который сходу может это там процитировать, все источники и так далее. Нужно поработать, посмотреть. Вот это с удовольствием. Но мне кажется, очень интересно посмотреть и действия, да, что Раши не только написал, да, он, как мы знаем, он жил в период первого крестового похода и потерял всю свою общину. Да. Он воспитал своих учеников таким образом, что пускай через 200 лет, да, Баалей ха-Тосафот, они практически все переехали в землю Израиля, и тот труд Тосафот, на которые часто ссылаются и говорят, что они ничего не написали про землю Израиля, и что они говорят, что в случае опасности над землей Израиля есть целый ряд доказательств, что есть другие списки Тосафот, там, скажем, да, но это не важно. Да? В любом случае, в 1200 году, да, практически все, кто принадлежал этому движению, поднятому Раши, они приехали в землю Израиля. Да? Вот. Очень-очень сложно. Очень сложно. Вот. Но
Я думаю, что людей, которые отказывались от земли Израиля, практически их не было. Да? Я попробую подготовить эту тему. Окей. Это очень интересно. Это очень интересно. Да. Господа и дамы, если можно, да, технически, у нас сегодня как бы маратон такой, и вот сейчас начинается урок Рава Йоны Левина, да, по схожей тематике, наверное, нам имеет смысл закончить и отпустить Рава Зеева, который нам доложил очень много интересного, и мы надеемся, Боизрат Ашем, мы продолжим эти занятия в недалеком будущем. Спасибо, Рав Зеев. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Всем. Всем счастливо. Спасибо. Всем счастливо. До свидания. Всем счастливо. Было рад встретить и старых, и новых знакомых. Очень-очень рад. Спасибо. Окей. Okay.